За отчетный период открылись новые возможности для бизнеса. После прорыва плотины «Каховский газ» народ на пляжах Одессы с удивлением разглядывает мебель, плавая диван, девчат, части домов и даже авто, приплывшие своим ходом из затопленных областей. Эрдоган наше все. Оправдал надежды, переизбрался, присягнул. Да тут еще враги чьего-то бизнеса при помощи аммиака-провода провели газовую атаку на местное население. Тут и зерновой сделке, похоже, конец. А кто нас слушал, молодец. Не прошел фейс-контроль, потому что не член. Посмотрите на взгляд Моди, когда он встречался с Зеленским в Хиросиме. Уже тогда ничего хорошего этот взгляд не предвещал. В сентябре в Нью-Дели очень крутой дневной и ночной клуб под названием G20 проведет саммит. Вход строго по приглашениям. Глава индийского МИД Субрамьям Джайшанкар так и сказал: для членов и приглашенных. А приглашаем, добавил, кого хотим, никого не спрашиваем, решение не пересматриваем. Зеленского в списке нет. Одно слово – зрада. Ну вот, кое-что начало проясняться с Каховской ГЭС. Теперь можно сказать, что плотину взорвали. Норвежские сейсмологи зафиксировали сейсмический сигнал, полностью соответствующий времени и месту начала катастрофы. Доказательное авторство подрыва, однако, все еще остается под вопросом. Тут все очень удобно, как с Северным потоком. Нагадил по-большому и концы в воду. За одного любопытного двух наблюдательных дают. Вот наблюдательный обратил внимание, что после того, как компания Rheinmetall признала потерю нескольких леопардов, ее акции пошли в отрицательный рост. А любопытный я посмотрел шире и обнаружил, что на самом деле падение акций началось гораздо раньше, еще в мае этого года, когда началась поставка гордости немецкого военпроба на Украину. Фрисовский нахваленный леопард! Тизнар! Я-я! Грета Турнберг заканчивает школу, в связи с чем она заявила, что больше не будет. В смысле, больше не будет устраивать по пятницам школьные забастовки, поскольку не школьница. Со своей стороны хочу от всего сердца кое-что выпускнице школы и лауреатке бесчисленных премий сказать. Дорогая Грета, ты знаешь, что у нас, в Центральной Европе, с ее мягеньким климатом, отопительный сезон вот уже который год заканчивается в мае? А ты видела этот чертов счет за отопление? Бла-бла-бла. А первая клубника у нас теперь появляется лишь в июне. Бла-бла-бла. А знаешь ли ты, сколько и чего надо сжечь, чтобы сделать один аккумулятор для электромобиля? Бла-бла-бла. А ты видела рудники в Конго, где дети добывают кобальт для батарей? А ты видела, как на трехтонных гигантских авто рассекают блондятые борьбуньи за климат? Бла-бла-бла. А ты знаешь, что в средние века было время, когда средняя температура по палате и планете была на 2,5 градуса выше, чем сейчас? Бла-бла-бла. А ты в курсе, что климатологи с ужасом следят за Эль-Ниньо, а не за тем, сколько коровы напердят? В общем так, дорогой ты наш огрызок интеллекта, от всей души желаю тебе отправиться в пешее эротическое путешествие. А вот мимо этого эпического кадра просто не могу пройти. Вот так обмелело Каховское водохранилище. Ушедшая вода обнаружила прошлое в виде черепа погибшего тут когда-то нациста. И пока вы любуетесь очередными эпическими кадрами поездки Трампа в суд, у меня для вас квиз. Вопрос. Кто, по вашему мнению, является самым известным стрелочником в мире? Ответ в следующем выпуске.